Не ходи туда. Мы каждой клеточкой чувствуем эту историю. Мы в парке. Тим. Нет. Тима парк. Тим-то парк. Называется один из красивейших парков мира. Тимна. Тимна. Тимна парк. 60 километров. 60 километров его площадь. По дороге только. Так неизвестно сколько. 60 километров на машине. Мы подошли, когда к... в информационный офис спрашиваем, может быть, на велосипедах нам лучше взять или пешком. Они посмотрели на нас, говорят, вы, если на машине, то лучше на машине, 60 километров вам придется ехать. Ну, очень, правда, очень необычно все, очень много камней, но мы ощущаем их историю. И тишина. Да, тишина вообще, так, это, мы такого, я такого никогда вообще не слышала, вообще ни одного. Вообще ничего. Ни птиц, ничего здесь нет. Так вот в пустыне. Нет, люди какие-то. Да, туристы, туристы и камни. Привет, народ! Мы пришли смотреть дырки. Не дырки, это древние шахты, медные. Там были первые обнаружены, первые вообще в истории цивилизации, медные копья. Но муж мой стал ленивый и не хочет туда идти. Тогда надо лезть туда в гору. Не-не-не, не хочет туда идти, а не хочет туда переться. О, туда, туда, туда. Не-не, он не хочет туда переться. Сейчас мы вам дырки покажем. Дырка. Нет, уже, ну. Ну, не покажем. Тебе нравится мороженое? Пока трудно понять, потому что это лед. Ну, вкусно. Там прям настоящие фисташки. И настоящая вода. И вода кошерная. А этим закрыть вот потом? Вот этим закрываешь, он засыхает. Да. Так, с какого начать? Кровать с красного начнем. Нет, не так. Там у тебя же, вон, есть штучка дана? Чтобы красиво было. А нет, ты... лучше несколько. А ты смотри, Игорь, чтобы было ровненько. Цените наше творчество.